Дорогие соотечественники, друзья, хотел бы от лица коллектива посольства и от себя лично сердечно поздравить вас с наступающим 2024 годом и приближающимся светлым праздником Рождества. В течение 67 лет Россия и Камбоджа последовательно развивают двусторонние связи. Прошедший год не стал исключением. Несмотря на нынешнее непростое время, между нашими странами сохраняются перспективы для достижений в сферах торговли, технологий, образования и науки. Уверен, что в наступающем году появятся новые возможности для укрепления взаимопонимания и дружеских связей народов России и Камбоджи. Пусть новый 2024 год принесет вам и вашим близким радость, успехи в начинаниях, крепкое здоровье и благополучие. С праздником вас, дорогие друзья!